В Чиелинском районе в следующем году в рамках национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина Кызылорда. Здоровая нация» планируется открыть инсультный центр, травматологическое и кардиологическое отделение. Министр здравоохранения в рамках рабочей поездки встретилась с медиками Чиелинского района. Министр ознакомилась с работой врачебной амбулатории в населенном пункте Досполби. Здесь работает 6 медработников, в том числе 2 врача общей практики. В рамках национального проекта «Здоровая нация» в следующем году в этом ауле будет построена новая амбулатория. Далее министр здравоохранения встретилась с коллективом межрайонной больницы. В перспективе она будет оснащена высокоточным оборудованием, компьютерным томографом, МРТ, ангиографом и другими аппаратами. Будут открыты инсультный центр, травматологическое и кардиологическое отделение. В этой связи министр поручила проработать все вопросы подготовки к этим новшествам.